Вчера прошла информация, что около 7 автобусов заехало на территорию Беларусь. Точнее, конкретно более-менее это в Гомель, в центр радиологической медицины. Привезли туда недоразвитых полутурков, о которых я говорил раньше в выпуске, который называется «Премия Дарвина». Так вот, тех, которые выкопали себе укрепрайон в рыжем лесу. Молодцы, ребята, не перестаете меня удивлять. Но я все-таки лелею надежду, что российское командование в очередной раз поступит так же, как оно поступает в Чернобаевке, и отправит в тот самый укрепрайон, в те самые окопы, в тот самый рыжий лес очередную партию недоразвитых полудурков. И через некоторое время белорусам опять добавятся работы заниматься облученными вояками Российской Федерации. Вот так вот. Так что желаю им недолгой и мучительной жизни, которой у них осталось не так уж и много. Привет семьям и тем, кто их послал туда.